Сегодня вы увидите, как криминальное прошлое влияет на настоящее. И, блин, я даже уже и не играл на этом сервере. Всем привет, ребят! С вами Алонсо Капелла, и мне нужна ваша помощь. Дело в том, что я перешел на 15-й сервер Gold Сервачок и уже там развил свою семью. И туда идет очень быстрый набор игроков, чтобы участвовать в семейных контах и забирать топы. Короче, переходите играть ко мне и указывайте при регистрации мой ник Алонсо Капелла. И при достижении второго уровня вводите мой промокодик хэштег Алонсо. Давайте прокачаем мне промик, и весь донатик, который я с него заработаю, я вложу в Фому и разыграю среди вас. А вот и победитель с прошлого конкурса, и конкурс для тех, кто зарегистрируется на мой ник Алонсо Капелла на Gold Сервачке и введет мой промокодик хэштег Алонсо, и все это заскринит, и еще подпишется на мой канал с колокольчиком и лайком под этот видосик, досмотрит видосик до конца и напишет комментарий. Это конкурс на косарик доната. Всем удачи, чё. Приятного просмотра. Ребят, как вы знаете, я перешел на Gold, чтобы начать всю свою жизнь на Black Rush с полного нуля, чтобы добиться чего-то нового и вообще развить как-то свой канал в другом контенте тоже. И короче, вот недавно я зашел на Red, и со мной приключилась такая прикольная история. У меня откуда-то там по старой дружбе с ментами осталось 2 звезды, я только зашел в игру, только появился на спавне, я даже не успел заснять тот момент, когда меня уже повязал мусор, потому что мой телефон стоял на столе, я что-то там кушал. Ну, короче, вот именно сейчас я ловлю этот момент, когда меня просто повязали, надели на меня наручники и ведут в МВД. Но вот тут есть, короче, какой-то челик на мопеде, который пытается мне помочь. И я думаю, что это мое спасение, потому что на рейде у меня еще осталось пару незаконченных делов, которые нужно закончить, и тут еще нужно снять пару видосиков. Ну, это будет реально круто. Так что подпишитесь и колокольчик включите, чтобы не пропустить эти видосики. Ну, а пока этот челик реально мне помогает, и все работает отлично. Я сел к нему, и мы куда-то едем. И, блин, отлично, все, меня уже никто не повязал, но я все-таки остался в наручниках. А вот что делать с этим, я, конечно же, не знаю. Сейчас мы что-то придумаем. Подпишись. Едем, едем, соседнее село. Очень крутая песня. Воу-воу-воу. Рэпчик, Алонсо Капелла. Короче, пацаны, ничего с наручниками придумать нельзя, и их могут снять только мусора. И нужно ехать к ним и искать какого-то мусора, дать ему, может, какую-то взяточку, чтобы он снял с меня наручники, и спетлять по-тихому по своим делишкам. Ну, тут какая-то движуха, пацаны, какой-то бандит убивает безневинного полицейского, а второй его просто давит. Короче, беспредел царит на улицах Black Rush прямо возле отделения. Так что можете брать ствол и ходить нагло перед мусорами. Короче, вам должно быть насрать. Нужно заехать к ним на территорию, пацаны, и найти какого-то полицая. Вон он проехал. Ну, ему вообще, типа, насрать на меня. Кто я и что я там. И тут у них никого нету. Походу, я сегодня не сниму наручники. Жалко. Опа, чирик подъехал, чирик. Алонсо, о, так это еще и подписчик, отлично, я сейчас еще и наручники на шару сниму, подписчик, пожалуйста, сними наручники, я задолбался уже бегать, и вообще, блин, на меня просто так и ходили, я стоял на спавне бомжей, я только зашел, у меня откуда-то 2 звезды, и меня просто вот посадили, о, все, с меня сняли наручники за БС, это что было, лоу, вы видели, что это сейчас было? Миша, как его, Миша Кордона, или как его, это именно тот полицай, который одел на меня наручники, а Захар с меня их снял, и получается то, что я все равно как-то привязан к этому челу, не могу бегать и не понимаю, что это такое, блин, и что делать вообще,
Что за хаос? Короче, вот этот полицай, который меня привязал. Чел, сними с меня наручники. У вас тут набор какой-то идет. И я вам тут мешаю вообще-то. Или посади меня уже в тюрьму. Да хоть что-то сделай, чел, блин. Вообще, алло. Алло, сними с меня наручники. Миша. Миша. Сними с меня наручники, чел, мне тут... Нужно движевать, что-то делать, я вам мешаю, или посадите меня, алло. Короче, пацаны, нужно как-то у них вызывать реакцию, потому что они никак на меня не реагируют, и нужно показать им беспредел. Нужно вернуть в себе криминального авторитета, поэтому я просто буду гореть на них, жопка подгорает, или я вас ногами забью. Короче, блин, они что-то вообще как-то им насрать, что ли, или что? Так, адвоката сюда, здравия. Короче, у них тут набор, и им как-то на меня все равно. Тут уже меня надо посадить давно-то, ё-моё. Сейчас будет мясо, пацаны, я вам говорю. Сейчас буду, блин, не знаю, что делать. Я просто отойти от этого мусора не могу. Я просто беспомощный бомж, даже без оружия. И надо, блин... Ай, боже. О, зашевелился, чел, наконец-то. Ура, чел, ура, ты проснулся, наконец-то. Интересно, что он сейчас хочет сделать со мной? Блин, походу мне светит тюрьма или нет? Или чё, он меня отпустил? Что? Что такое? Сними с меня наручники, давай, или посади уже. Что ты можешь? Ну, фух, я уже задолбался, если честно, ждать. Что там? Товарищ, чел, ты чё орёшь? Алло! Блин. Офигеть, настоящий Алонс. Да, если бы ещё этот Алонс бегать мог, а не просто ходить туда-сюда. Ну, а, всё, походу, он меня освободил или нет? Нет, не могу бегать. Чел, ну что там, ты проснешься или нет? У меня уже реально жопа подгорает. Что это? Всё, а, всё, о, кстати... Фейка моего забанили. Уже второго за сегодня. Нормас. Ну, короче, пацаны, вот такая вот история сегодня со мной сложилась. Я просто зашел в игру, только появился на спавне. И две звезды из моего криминального прошлого дали вот такое вот будущее. Меня хотели посадить, но, слава богу, у меня какой-то мопедист. Подсобил меня, и вывез меня куда-то, и они не смогли меня связать и посадить, и уже я пришел на набор. Короче, вот такая вот ситуация сложилась. А с вами, как всегда, был Алонс Акапелла. Переходите играть на Gold сервачок вместе со мной и вводите промокодик #Алонс, еще и выигрывайте за это косарик доната. Короче, всем пока.